всех приветствую. Сегодня последняя часть. Хочу поблагодарить всех, кто хоть иногда не пропускает рекламу. Дело в том, что в этом замке, просматривая материал, я увидел керамические вот эти трубы, торчащие из этой стены. В конце видео я буду проезжать мимо ее и ее полностью сниму. В следующей крепости такие же трубы торчат из стены. Дело в том, что сверху нету никаких сливов. Для чего эти трубы торчат, непонятно совершенно. Я подозреваю, что все-таки что-то там есть под этой горой. И, скорее всего, похоже, что это не сливы, а отдушины. Думаю, я как-нибудь еще туда съезжу и посмотрю повнимательней на это все дело, если буду в тех краях поблизости. Всем приятного просмотра, пока. Продолжаю движение. Да что ты? Так, чуть-чуть удалим. Так. Много бетона. Странно как-то камень выглядит, под уклоном как будто сползал. Дверца закрыта. Кирпич, бетон. Здесь камень под наклоном. Ну да. Постарались, бетоном понаделали от души. Даже нечего сказать. Сыпется. Если там был очень твердый, то здесь сыпется. Ну ладно, здесь я дальше снимать не буду, пожалуй. В общем-то, все как-то однообразно. Поэтому пошел я дальше потихоньку. Ну что, в общем, очередной замок и все то же самое. Где что-то интересное, входа нету. Все переделано, все сделано для привлечения туристов оригинального, как и во многих других местах. Ну, вот этот шарик может быть, и то не факт. А все остальное просто бетонное, кирпичное. Даже не знаю. Как-то все не очень хорошо пока. Ну, самые интересные оставим мы на весну. Так, куда у нас это ведет опять дорога, я не понял. Надо другу позвонить, где он, спросить. Потерялись мы. Thank you.
Ну вот, пожалуй, мы и закончили свой маршрут. Прошлись мы уже кружок. Дали здесь, к сожалению, очень много переделанного, а вот туда, вовнутрь, на самый верх, входа так и не было. Вовнутрь, где-то в подземелье, тоже ничего мы не нашли, кроме того, что я успел там в щелочку подглядеть. Ну вот здесь вот видно эти арки. Сейчас я попробую подойти ближе, насколько это возможно, конечно. Здесь все заросше. И попробуем. Да. Вот это первая арка. Сейчас я ее приближу. Вот она, огромная. Что здесь было когда-то? Неизвестно, к сожалению. И вот там проглядывается еще одна. Да, и вот там даже под мостом я вижу, где он мост. Сейчас я его поймаю на таком расстоянии. Вот видно. Что-то вроде бойницы, не бойницы, непонятно. Но туда прохода нету. Но на этом, наверное, уже все.